Привет-привет! Сегодня хочу вам показать большой альбом для маленькой девочки. Он получился очень светлым, очень нежным, без ярких украшений, но зато с интересными деталями. Обложку я тоже украсила в соответствии с содержанием альбома. То есть она, видите, почти без украшений, только немного текстильных цветов и три маленьких ярких цветочка, которые перекликаются с розами на ткани. Давайте я вам покажу, что у него внутри. Завязывается альбом на кружево. Вот такой первый у него разворот. На форзаце карман для фотографий. А здесь раскладушка, рассчитанная на 5 фотографий. Скрепочку мы уберем. Вот так они распахиваются. И здесь предусмотрено место для записи. Для украшения этой странички я использовала фишку, немножко жемчуга, шифоновые цветы, гипсовую птичку и вот такую вот вырубную, очень красивую, нежную салфеточку. Следующий разворот. На этом развороте вот такая вот интересная рамочка. Она прикреплена в двух местах, и под нее можно вставить фотографию. Держится на магнитике. Так. Здесь очень нежное розовое кружево. И еще на булавочку дополнительное место для фотографий закрывается. А с этой стороны большой каскад, рассчитанный на 9 фотографий. Он завязывается вот на такую шепи-ленту. Вот так выглядит. Ленту держит брат с розовым сердечком, а сверху растяжка Baby Girl. Она выпуклая, выглядит почти как настоящие флажки. Следующий разворот. На этой страничке рамочка для большой фотографии 15×20. Пока фотографии нет, в нее вставлена матовая калька и вот такой вот орнамент из белой бумаги, который очень украшает. Рамочка эта откидывается вверх, а под ней спрятан конверт. Магнитик держит клапан этого конверта. Здесь можно сделать еще фотографии. А вовнутрь спрятать, например, отпечатки ручек и ножек. Здесь также карточка для записи. А еще конверт откидывается, и здесь тоже карман для фотографий. Все это закрывается на большой анкер, на котором расположился гипсовый мишка. С этой стороны тоже очень интересный элемент, вот такой вот сквозной шейкер, наполненный пайетками и микробисером. Раскладушки здесь не очень объемные, на 5 фотографий. На этой страничке получается тоже окошечко, только украшено оно немножко по-другому. Здесь такая вот ажурная коляска. Очень милая маленькая розовая прищепочка, юбочка из кружева и вот такие раскладушки, которые тоже держатся розовой булавочкой, откидываются вверх и скрывают под собой дополнительную рамочку для фотографий 10×15. Эта страничка располагает на себе больше фотографий. Все держится вот на таком розовом бантике. Здесь магнитик. Затем можно откинуть вот так. Внутри кармашек с карточкой. И еще одна раскладушка. Также здесь вот такой маленький тежик, он вынимается. На нем можно что-то написать. И последняя страничка. Она украшена вот такой вот очень красивой гипсовой рамочкой, цветочком из кальки, шифоновыми цветами, надписью. Здесь располагается фотография, карточка также вынимается. И центральная часть всей этой страницы держится на анкера, который можно раскрыть. И здесь два большущих кармана, в которые также можно очень много фотографий расположить. И раскладушка, которая держится на магните. Вот такой альбом у меня получился. Я была рада вам его показать.
До скорых встреч. Всем пока-пока.